Во вторник глава района Андрей Кугаевский посетил Панаевскую тундру с рабочим визитом. Тем для обсуждения с коренным населением накопилось много. Большую часть занимали вопросы федерального значения. В данный момент тундровики находятся в естественной изоляции, по возможности избегая визитов в поселки. Такая актуальная и содержательная информация была полезна для каждого. Речь шла о многочисленных мерах поддержки. Вы можете теперь из материнского капитала забирать себе, обналичивать и забирать эти деньги. Но нет. 30 тысяч. Вот. И у нас еще одиноко проживающим тундровикам тоже разовая выплата 30 тысяч рублей. Это те, кто без оленей. Особое внимание руководитель территории уделил вопросам безопасности и здоровья коренного населения. Этим летом синоптики прогнозируют довольно жаркую погоду. Есть опасения, что могут вновь начаться вспышки сибирской язвы. Андрей Кугаевский рекомендовал людям обязательно провакцинироваться. Специально для этого в составе делегации в стойбище прибыли медики, чтобы у оленеводов была такая возможность. Большую часть своего выступления глава района посвятил федеральной повестке. Оленеводам было интересно узнать о народном голосовании за новое поправки в Конституцию Российской Федерации и праздничных мероприятиях, которые запланированы на лето и осень 2020 года. Помимо этого, предметно поговорили о ситуации в тундре с кормовой базой, состоянии поголовья и организации новых хозяйств. Также по традиции каждый житель тундры из рук специалистов администрации получил свежие выпуски газеты «Время Ямала» и флешку с самой актуальной и полезной информацией, а также свежими выпусками новостей и тематических программ ЕТВ.